Первый сильный снегопад сюрпризом не стал, скорее репетицией. Выходные управляющие компании и коммунальные службы сработали слаженно. Как убирают снег, проверяли административные комиссии. Некоторые коммунальные конторы получили замечания. А вот службы Куйбышевского района удостоились похвалы. Итоги проверки подвели на совещании в городской администрации. Глава Самары Олег Фурцев отметил, что за плохую работу штрафовать надо не управляющие компании, а должностных лиц, чтобы те платили из собственного кармана. Постоянный мониторинг работы во дворах должны вести и руководители районов. Уважаемые главы районных администраций, у нас с вами пока репетиции идут, настоящего снега-то не было. Снегопады, значит, сами выезжаете рано утром, поскольку там в 5 утра, там в 6 утра. Проехали, посмотрели, выдернули управляющую компанию, директора того или иного предприятия. И вместе с ними прошли и увидели, какая ситуация на вверенной вам территории. Борьбу с остатками снега продолжат, чтобы к наступлению морозов следов снежной каши не осталось и во дворах. Действительно, на сегодняшний день есть территория, где есть вот эта вот снежная масса, это во дворовых проездах. Вот эту снежную массу поставить МТЗ щеткой и с плужком и пройти ее собрать, дворовые тротуары прочищены, въезды прочищены на 90%. В центре внимания и вопрос о ликвидации вскрытий на дорогах и тротуарах. Подрядчики и ресурсоснабжающие компании должны успеть заасфальтировать их до холодов. Почти все ямы, разрытые для планового ремонта, уже заделаны. Продолжаются работы, значит, в основном на аварийных объектах. Значит, одновременно на территории города ведутся работы на 35 объектах. Из них 263 аварийных и 42 плановых, на которых завершаются. Качество этой работы нужно повышать. Значит, неуклонно стремиться к тому, чтобы все сетевые организации, которые добиваются разрешений, работали очень качественно, очень организованно, в срок, а лучше досрочно ликвидировали все эти позиции. Поэтому здесь придется еще достаточные усилия прилагать, чтобы такую культуру воспитывать. Зиму готовится встретить по всем фронтам. Особое внимание будет направлено и на очистку крыш домов от снега и льда. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.